Какой сегодня день вообще? Суббота? Суббота вечер, да? Да, суббота вечер. Привет всем. Привет мне самому, в первую очередь, потому что я здесь один. Впрочем, ничего нового. Без лишних слов, давайте сразу начну. На чем я вчера остановился? Какой вчера? На прошлом стриме. На чем я на прошлом стриме остановился? Делали квесты для гильдии бойцов в Садрит Море. Потому что все квесты для гильдии бойцов в Бауморе мы уже сделали. Соответственно, мы вернулись домой. Немножко почитали книги. И все. Пожалуй, да. Так, а вот только я не помню, начал ли я читать разновидности веры. Ох, какая большая книга. Судя по всему, нет. Ну, давайте сейчас мы немного ее почитаем и пойдем вершить великие дела снова.
Но перед этим... Let me drop this stuff here, here and there. Так, пачка болтов арбалетных. Кстати, это я хорошо купил. Так, что у меня там еще есть такое? Скинуть зелье эти, ну... Давайте я их просто выпью. С залпом. Так, и копье. Не знаю, зачем оно мне. Или курок, но пускай будет. Или курок. А что за топор Редоса? Откуда он у меня? Что это за топор вообще? Так, я микрофон включил? Да, включил. Топор Редоса. Где же я его достал? Не помню. Хоть и бейте. Ух, ё, как я подпрыгнул-то высоко. Так. Выздоравливаем. В принципе, здесь мы все, что могли сделать, сделали. Пошлите в нашу избу читальню. Здорово, Lone Cap Warrior. Во, как раз ты вовремя пришел, потому что я посмотрел все-таки фильм, который ты мне советовал. К-11, тюремный блок. Вот, буквально 5 минут назад, считай, закончил его смотреть. Что я тебе скажу? Слушай, прикольный фильм, мне понравилось его смотреть. Я ожидал намного худшего, если честно. Но был, ну не то чтобы приятно удивлен, но как минимум смотрел его не со скучающим лицом. Вот, актерская игра там довольно-таки прикольная. Транссексуалы, гомосексуалы тоже довольно милые там. Вот. Ну и сюжет, конечно, простой, хотя там есть очень интересный твист. Да, в принципе, я, наверное, спойлернул, уж ничего страшного, я думаю, не случится. Вот. Который заключается в том, что транссексуал является братом одного из заключенных, типа, и этот заключенный, который брат транссексуала, он типа как охранник этого транса. Это забавно, это мне понравилось. Довольно неожиданный такой момент. Вот. Но опять же, как я говорил, сюжетец простенький. Да, в принципе, и хорошо, что простой, если честно. То есть, ну, если бы он там был супер мудрёный, перемудрённый. Так, извиняюсь за эти шуршащие звуки, я салфеточки просто достаю, кое-что тут хочу сделать, пока говорю. Так вот, если бы сюжет был мудрёный, это бы, наоборот, фильму только в минус пошло. Да, спойлер, спойлер. Но так как в чатике только ты да я да мы с тобой по ампарарам, то ничего страшного. Вот. Ты же фильм смотрел? Смотрел же, да? Признавайся. Вот. В общем, не пожалел, что посмотрел, как обычно бывает. Вот. После фильмов, которые мне советуют некоторые личности. Поэтому я всегда как бы с настороженностью отношусь к этому. Но в этот раз все прошло хорошо. Как у тебя дела? Скажи мне, пожалуйста. Просвети меня на этот счет. Як твои делишки? Так, если что, если вы не понимаете, что за звуки на фоне, то это я клею наклейки Cheetos на компьютер. Не знаю зачем. А, так и не понял, что за фильм. Ну, блин. Когда-нибудь ты поймешь. Но на всякий случай, если у тебя сейчас внезапно вдруг стрим отвисло, это К-11 был. Тот, который ты мне когда-то советовал на стриме по Half-Life. Так, а это что такое? Инструкция по применению. Откройте переводную наклейку от основы. А, отклейте, точнее. Поместите переводную наклейку изображения вниз на желаемую поверхность. Потрите переводную наклейку монетой, чтобы перенести изображение на поверхность. Ага.
Так, ну-ка дайте-ка я потру. Стоп, это был не ты. А кто мне тогда посоветовал этот фильм? Кто мне посоветовал этот фильм? Мать твою. Почему я все время думаю, что ты мне что-то говоришь, что ты мне что-то советуешь, блин? Ты как-то воздействуешь на мой разум, братан. Что за колдунство? Признавайся. Может, у тебя есть какой-нибудь злой брат-близнец? Я помню, что у тебя точно... Так, стоп, у тебя есть брат вообще-то? Я начинаю даже в этом сомневаться. Есть ли у тебя кот? Живешь ли ты там, где ты живешь? В Украине. Что за... Что... Что... Ты меня подкалываешь. Блин. Слушай. Я не специально, честно тебе говорю. Да ну быть того не может, это не ты был. А кто тогда? Только ты что и смотрел стримы по Half-Life. Вроде как. Ты, в принципе, вообще, по-моему, мой единственный зритель. Даже опоссум меня покинул. Понимаешь? Даже опоссум. Вот, но опоссум болеет, так что мы не будем расставить ему в вину. Вот. Так, ладно, хватит страдать ерундой. Давайте запечатаем то, что надо запечатать. Хотя, блин, нет, сейчас погодите еще одну секундочку. Я еще немножко пошуршу бумажками. Один момент. Да и долго же тебе... Ёлки-моталки, долго же тебе смотреть-то, наверное, придется. Жесть, у меня поезда разгуделись. Так, включайся. Так, давайте пару страничек разновидности веры в империи. Составлено братом Михаэлом Каркуксором. 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 Классная фамилия. Из Имперского колледжа. Это моя лучшая попытка составления списка пантеонов и соединенных божественных духов доминирующих культур Тамриэля. Этот список ни в коей мере не полон. Только имперский город Кирадил может похвастаться огромным количеством святых и священных духов. Он включает лишь самые важные духи, почитаемые в исконной части культуры. Другие Эт-Ада, особенно Даэдра, часто хорошо известны многим культурам, хотя определенные имена включены сюда лишь тогда, когда они обладают важностью для культуры. Отсутствие любых ссылок на объекты поклонения аргонианцев из Чернотопия – следствие моей полной неадекватности в попытках примирить туманные и противоречивые отчеты, имеющиеся у меня по этому вопросу. Интересно, кстати, что по аргонианам мало информации добавляет живости миру. Но да ладно, давайте начинать. Так, ты не узнал. Да. Что верно, то верно. Но, слушай, по-моему, этот парень был на нас подписан какое-то время, а потом, по-моему, отписался. Есть у меня такие подозрения. Он то ли ниндзя какой-то был, то ли что-то в этом духе. Вот. Я еще помню, что я тогда вас путать начал, потому что, понимаешь, ОБС, ну, у меня окно чатика в ОБС открыто. Вот, и там, соответственно, на каждой трансляции у каждого зрителя свой цветовой индикатор. То есть сейчас ты у меня пишешь в таком, знаешь, как бы это назвать, морском цвете, да, цвета морской волны твой никнейм сейчас. Вот. А на том стриме вас было несколько, и у вас был один и тот же цвет на двоих. Вот, поэтому я, видно, и начал с тех пор путать вас. Вот. Принимал одного за другого. Причем я тогда на стриме это понял, но уже, типа, спустя, не знаю, час или сколько-то. Ну, то есть под самый конец буквально. Поэтому у меня не было времени переубедить самого себя в этом. Так вот. Восемь пантеонов. Кирадил, Акатош, Дибела, Аркей, Зенитар, Мара, Стендар, Кинарет, Юлианос, Шезар. Кто такой Шезар? Тайбер Септим, Мари Хаус, тоже не знаю, Риман.
Скайрим, Алдуин, Дебелла, Орки, Цун, Мара, Стун, Кина, Юнал, Шор, Исмир, Хермамора, Малах, Альфмир, Аури, Эль, Тринимак, Магнус, Сирабан, Ифор, Ксеркес, Мара, Стендар, Вархан, Финастер, Босмер, Ауриэль, Ифор, Аркей, Зен, Ксеркес, Баандар, Мара, Стендар, Вархан, Херма, Мора. Ну, понятно, так нас интересует Данмир. Альмалексия мертва, Вивик в планах умереть, Сота Сил мертв, Баэта. Мефала, Азура, Лорхан, Нильвар, это мы, Малакбал, Малакат, Шигарат, Мехрон, Дагон. Заметки о богах пантеонов. Ну, остальные мы не будем читать, потому что, ну, эти имена нам ничего не скажут, по сути. Хотя, что такое Якуда? Сатакал, Руптга, Тувак, Казет, Морова, Тава, Малук, Диагна, Сеп, Хундинг, Леке, Онси. Непонятно. Так, Акатош, дракон времени. Акатош – главное божество Девятибожия, главного религиозного культа Киргила и его провинций, и одно из двух божеств, встречающихся в каждой религии Тамриэля. Второй – Лорхан. Он в основном считается первым богом, появившимся в изначальном месте. После того, как он получил форму, остальные духи нашли процесс бытия более легким и появились различные пантеоны мира. Он – главный бог в империи Киргила, где он воплощает качество долгожительства, неуязвимости и вечной законности. Прикольно. Так, одну секунду, надеюсь, у меня сейчас звук не пропадет. Звук не пропал. Алдуин, мироед. Вкусное название. Алдуин – нордский вариант Акатоша, и лишь поверхностно напоминает своего двойника в Девятибожии. Например, его прозвище «Мироед» происходит из мифов, которые описывают его как ужасную яростную огненную бурю, которая разрушила предыдущий мир, чтобы начался этот. Интересно. Норда поэтому видит бога времени одновременно творцом и предвестником апокалипсиса. Он не возглавляет пантеон норлингов. По сути дела, в этом пантеоне нет главного бога. Смотрите Шор ниже. Но является его источником, пусть мрачным и пугающим. Ну, я, кстати, согласен с таким определением, то что... Бог времени, он должен быть в лике, то есть он как создает, так и разрушает. Это естественный процесс вещей. Так и должно быть. Так и заведено. Чтобы что? Я хотел сказать, чтобы новый мир построить, надо старый разрушить, но я тут же сам с собой не согласился и сам себя прервал на этой мысли. Получается, что я не одобряю метода Алдуина. То есть не обязательно уничтожать полностью старый мир. Надо просто его усовершенствовать. Иначе ты так ни хрена и не построишь коммунизм. Как хотелось бы того тебе этого. В общем, любопытно. Так, надеюсь, это не мне соседи по батареям стучали, потому что я вроде не так уж и громко разговариваю, да и время еще как бы позволяет. Алкош. Кошачий дракон. Божество Анакинской династии Преридата. Вариант Ауриэля, лесных эльфов и, следовательно, выступает в роли культурного героя, как Акатош для древнейших хаджитов. Кошачий дракон, как же мне нравится это словосочетание. Этот культ был добавлен во время установления культа Ридалтара и все еще невообразимо популярен в глухих районах Эльсвейра. Он изображается ужасным драконом, существом, которое хаджиты называют настоящий большой кот. В легендарные времена он разогнал погром, устроенный Альдмире для пеленала Уайтстрейка. Это, конечно, непонятно, что имеется в виду. Альмалексия, мать Моровинда. Большинство следов Акатоши исчезли из древних легенд кимеров во время их так называемого исхода, в основном благодаря почитанию этого бога у альтмеров. Однако большинство аспектов Акатоши, которые кажутся настолько важными смертным народом, а именно бессмертие историчности происхождения, удачно воплотились в Альмалексии, наиболее популярной персоне из божественного трибунала Моровинда. Ну что ж. Очень жаль, что ее постигла такая участь в лице кончины. На самом деле, ни хрена не жаль, по делам ей. Аркей.
бог жизни и смерти, член пантеона Девятибожия, также популярен во всех прочих землях. В этих культурах Аркей особенно популярен там, где его отец Акатош меньше связан со временем, или его временной аспект труден для мирского восприятия. Он – бог похорон и похоронных обрядов, и иногда связан со временами года. Его жрецы – твердые противники некромантии и всех форм живых мертвецов. Сказано, что Аркей не существовал до того, как мир был создан богами, управляемыми, понукаемыми обману Лорхана. Поэтому его иногда зовут богом смертных. Ха. Ауриэль, король Альмера. Аудмера, виноват. Акатош эльфов – это Ауриэль. Ауриэль – душа Ануиэля, которая, в свою очередь, душа Ану Вездесущего. Он возглавляет большинство пантеонов Аудмера. И Аудмеры, и Босмеры заявляют о том, что они потомки Ауриэля. Свой единственный миг слабости он согласился принять участие в создании измерения смертных, действие которое навсегда отрезало эльфов от духовных миров вечности. Чтобы подготовиться к этому, Ауриэль в легендарные времена возглавил исконный Аудмер против армии Лорхана, уничтожив этого тирана и установив первое королевство Альтмер, Альтмора и старый Эльновц. Эльнофи. Да, это и. Он затем вознесся на небо при большом стечении своих последователей, чтобы они знали путь выхода из измерения смертных. Так, ну на этом пока и закончим чтение начальное. Давайте дальше ходить, бродить, выполнять квестицы. Так, в принципе, отсюда мы вмешательством пойдем. Check on crab. Crab is in the place. Так. Гильдия бойцов. Вот она. Есть что? Так. Новар Дритан нанял нас помочь ему разобраться с проблемами в шахте Диссапла. Наш клиент Новар Дритан, хозяин шахты. Вы найдете его на шахте Диссапла, к северо-востоку от Данморской крепости Фаленсарана, что на главном острове к западу от Теляруна. Выполните все, что нужно Новару. Он говорил что-то о Никс-гончих, которые в конец обнаглели и бросаются на шахтеров. То есть после того, как я убил офигительно злобного Дейдрота, ты посылаешь меня разгонять гончих? Тебе не стыдно? Так, я поменьше на вашей карте. Ну, спасибо. И на этом. Давайте искать. Кстати. Вы же слышали, дорогие мои, что Red Dead Redemption 2 выходит на ПК. Я как раз таки, кстати, хотел посмотреть стоимость этого дела, сколько оно будет стоить. Social Club. Не можешь найти того чувака. Но я думаю, ты не сможешь его найти, если честно. То есть это... мистика. Ну, то есть, может, его и не было, на самом деле. Может, мне это все приснилось. Может, и стримов тех не было. Мы этого никогда не узнаем. Так, Red Dead Redemption 2. Ай, сколько мне лет? Сколько мне лет? Какого года я рождения? 909-го, давайте. Текс. А где... извиняюсь, магазин. Социал-клабовский. Я хочу узнать цену. Так, загрузите до 8 октября и получите бесплатную копию GTA San Andreas. Для PC. А с 9 октября в Rockstar Games Launcher откроется предзаказ Red Dead Redemption 2 для PC. Ну что ж. Придется установить еще один лаунчер. О, господи. Извиняюсь за этот звук. Че, он много весит-то? 40 метров. Ну, ладно, нормально. Потом установлю. Так, ну понятно, мы не можем сейчас посмотреть, сколько он будет весить, к сожалению. Точнее, нет, сколько он будет стоить, Red Dead Redemption.
не можем посмотреть. Ну что ж, не будем переживать по этому поводу. Не будем. Не будем. Эх, просто молча грустно пойдем в шахту. Блин, кто же мне тогда тот фильм-то советовал? Хм. Ну, скорее всего, это был действительно ниндзя, потому что больше некому. Вот. А может, это Реверент Кира был? Да не, тоже нет. Вряд ли. Так, а куда нам вообще, кстати? Тельмора, Алейдрот. Тельвас. Так, вот, нам сюда. Фаленсарану к ней.